Polkadot – проект с открытым исходным кодом, работающий на базе Web3 Foundation, позволяющий передавать данные через блокчейны и поддерживать несколько цепочек в одной сети. Polkadot стремится решить проблему медленной передачи между публичными и частными блокчейнами, а также работать сеть без разветвления и уменьшения масштабируемости. Собственный токен сети Polkadot – это также и блокчейн-протокол, который призван стимулировать глобальную сеть компьютеров работать с блокчейном, на основе которого пользователи могут запускать и управлять блокчейнами. Solana – это открытая инфраструктура для создания масштабируемых криптографических приложений. Это быстрая и безопасная платформа, устойчива к цензуре. Она предназначена для оптимизации процессов, связанных с глобальным внедрением новых проектов. Токен Flow является нативной валютой для сети Flow и лежит в основе новой инклюзивной цифровой экономики, не имеющей границ. Если блокчейны – это цифровая инфраструктура, то токен Flow – это топливо, питающая сеть. Токен Flow имеет несколько важных характеристик, что делает его идеальной валютой для нового поколения игр, потребительских приложений и цифровых активов. Многочисленные сценарии использования, широкое распространение и низкий уровень денежной инфляции.